Мы морально поддерживаем друг друга. Очень у нас хорошо получается. Спасибо моей дочке большое. А мы обо всем разговариваем. И вообще я с ней с самого маленького возраста, как со взрослым человеком. Не знаю, у всех ли такие дети или только свои такие любимые, понимающие. Но я нахожу в ней ответ всегда. И надеюсь, что она в моей персоне тоже находит ответ и понимание всегда. Словами в основном. В первую очередь морально. Разбираем ситуацию, находим правильные выходы. И вместе решаем проблему. Словом, каким-то советом. Вот это очень важно. Быть рядом. И словом, и финансами, и какими-то разговорами. И, ну, в общем, всем, чем только можно. Потому что семья – это самое главное. В нашей семье все общаются, все проговаривают. Эмоционально поддерживают друг друга и любят. Разговорами, как можно поддержать. В основном материально. Нужно поговорить, либо деньгами поддержать. Разговорами, беседами, планами, желаниями. Я не знаю, совместным каким-то времяпрепровождением.